Всем привет! Сегодня мы будем готовить бигус, польская национальная кухня. Для его приготовления нам понадобится ребрышки, колбаска, капуста свежая и капуста квашеная, грибы. Все, для начала мы все нарежем. Затем нарезаете лук произвольной формы. И колбаску рожками. Все, а дальше ставим казан, пошли все жарить. Казан, даем ему немножко прогреться. Так, добавляем масло и даем немножко ему прогреться. Масло прогрелось, отправляем колбаску и лук. Достаем колбаски. Обжариваем ребрышки. Переворачиваем. Добавляем квашеную капусту и тоже жарим ее. Надо грибы добавить. Капуста обжарилась, добавляем свежую. Возвращаем в колбаске с луком. И накрываем крышкой. Уменьшаем жар и оставляем тушить. Так, прошло 10 минут, добавляем приправу универсальную и водичку. Оставляем дальше тушиться. Прошел час, приступим к дегустации.
Тут можно сказать только словами поэта Мицкевича. Бигус греется. Сказать словами трудно. Как вкусен он, как чудно пахнет. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Еще раз всем пока.